Два пожара за одну ночь. Первый вызов поступил со столичной улицы Водолуйводы. Пламя охватило деревообрабатывающий цех. На тушение прибыли 7 пожарных расчетов. По предварительной информации, огонь уничтожил крышу здания площадью 150 квадратных метров, а также оборудование для обработки дерева. Спустя несколько минут снова потребовалось вмешательство спасателей. На Измаильской улице загорелся строительный магазин. По данным ГИЧС, сгорела крыша площадью 50 квадратных метров. Уничтожена часть товара. С огнем боролись 4 расчета. В обоих случаях обошлось без пострадавших. Причины возгорания должны установить специалисты.